Привет, дорогие друзья! Вы на канале Воблер, меня зовут Иван, и сегодня у нас будет новая игра на канале. Называется она Stupid Raft Battle Simulator. Ну что, мы сегодня будем сражаться на плотах. Да, ребята, жанр симуляторов сейчас начинает набирать популярность. Можно сказать, за последний год вышло очень много интересных игр, и еще выйдет в будущем. Ну что ж, давайте посмотрим, что эта игра себя представляет. Я уже здесь немножко поиграл, я вам скажу. У нас есть э, онлайн-режим, мы можем играть с реальными игроками, ребята, с реальными игроками. Даже можем переписываться в чате. Можно как бы играть самому, то есть такая вот, э, скажем, функция. То есть вы зашли, там что-то поделали. Также есть здесь туториал, много что есть. Ну и самое интересное, хочу зайти это сразу. В онлайн симулятор Сюда игроки заходят, начинают строиться Они их, может, как бы Они могут выйти, то есть тут надо Быть к этому готовым И что себя представляет игра? Смотрите, есть участок Красивый участок э Участок водоема, скажем, озера Сюда заходят игроки И мы здесь уже начинаем играть С ними и строиться То есть мы можем строиться в разной части Этого водоема у нас будут доступны корабли, а потом юниты, да, которыми мы будем воевать. Ну, это все я вам покажу, как только появится человечек, который захочет со мной сразиться. Э -э ну, то есть, давайте что-то напишем в чате. Может быть, человек все увидит и зайдет. Мы ждем, пока нас подключит, то есть должно пройти какое-то время. У нас, конечно, внизу это все напишется. А пока мы можем полетать по карте и посмотреть, как она вообще выглядит. Здесь в игре также, ребята, есть рыбы. Присутствуют рыбы. И здесь есть рыба, скат. Они плавают в воде. Вот мы занырнули. Рыба, привет. Так, мы вынырнули. Все тут нормально, никто не появился. Нет, нормально. Так, плаваем, плаваем. О! Смотрите, кальмар! И вот скат, ребята, про которого я говорил. Скат. Прикольно, на самом деле, графика. Это здесь тоже скат. Это что за рыба такая? Куда это делся? Это я пузыри пускаю? Кто это? Кто пузыри пускает? Это не я. Таким вот образом выглядит у нас, ребята, подводный мир в этой игре. Также есть суду с золотом. Я хочу золото это. Я хочу его достать. Я буду богатым. Смотрите, здесь какие-то алмазы. Что это такое? Ожерелье. Ну да ладно, ждем, пока к нам кто-то подконнектится. Так, вроде бы кто-то к нам зашел. Так, кто-то, не прошло и даже минуты, как кто-то к нам что-то изменилось. Кто-то подключается, кто-то будет расставлять войска. Да, ребята, против нас уже есть противник. Есть противник. Вот, смотрите, выставил свои лодочки. Сейчас придет и наш черед строить свою флотилию, ребята. Будем строить свой флот. Рафт-симулятор Так, ну ничего Симулятор баталий на плотах А, вот что у него за атака Подожди Как он разместил? Пушки Дурак, зря он пушки поставил, ребята Зря он пушки поставил Мы как раз можем наблюдать Какие здесь есть войска Здесь можно ставить пушки Можно с пистолетами, с арбалетами но вот это все на самом деле бесполезно. Пушки бесполезны, потому что у них очень сильная отдача, они нахрен все выкидывают. Так, давайте посмотрим, что он там. О, уже я могу строить. Уже я могу строить свои кораблики. Он построил, сейчас мы выберем. Давайте выберем, наверное, вот эту вот гавань. И отсюда уже начнем плыть. Сейчас он построил. Мы будем его встречать. Так, для начала мы можем поставить вот такие вот одинокие лодочки. Видите, будут такие лодочки еще Так, потом мы ставим, ребята, такие вот плоты. Тут получается, что место двигателя на плотах у нас на рыбы. Это зашквар, я вам говорю. Так, мы можем 20 плотов поставить. Ну, коль нам можно 20, мы будем ставить 20. Смотрите, тут у нас плоты, плоты. Еще плоты. Так, с рыбами. С рыбами. Так, все, мы выбрали, то есть поставили максимальное количество. Теперь у нас 20 человек мы можем разместить на этих плотах. Можно выбрать пушки, можно выбрать людей, которые будут веслами херячить по голове, они а подплывают. То есть это для ближней дистанции. Есть такие у нас пистолеты, есть арбалеты, есть такая как копья бросать, что ли. Вот мы давайте эм, здесь поставим с копьями. Сейчас такой зашквар, замес начнется у нас. Так, хочу выбрать с луками. Луки. Раз. Везде по одному. А что, ребята? По одному мы поставим. Везде. Осталось 4 человека. Давайте возьмем э, чувака. Так, мы с луками взяли. И хочу взять, который будет с веслом удолбать. И давайте парочку с веслом возьмем. Вот веслом подходит такой. Но! По голове нафиг. Но это еще подплыть нужно, понимаете? То есть можно их спереди поставить. Так, ну давайте еще, наверное, с пистолетами мы их ставили вообще, с пистолетами, чувачку, вот они. Смотрите, в шапках такие, ковбой. И погнали, посмотрим, что с этого получится. Поплыла моя армия в атаку! Давайте! А, вот что он сделал, хитро, он спереди просто поставил лодки, на которые мы будем отвлекаться. На! Ты ж, убила моего! На, нет, с пистолетом, ты ж. А как его? Подожди. А, вот он стреляет с пушек. <связывая> И пушки, пушки отбрасывают его войска, смотрите. Да, По Иван победил, потому что ребята стратегия превыше всего. Кто здесь стратег? Я здесь стратег понял, чувак, который на меня напал. Ясно? Вот так вот. <связывая> так, убираем чат. Сейчас мы будем ставить войска. Давайте тоже мы, наверное, с этой стороны начнем. Так, пошла жара. Плод. Теперь я красный. А, я теперь с другой стороны. Блин, не с той стороны. То есть я должен с другой стороны был ставить. Ладно, что-то я промахнулся, ребят. <laughs> я буду спиной плыть, и он будет спиной плыть. Но ничего. Так, рыбки. Рыбки развернутся, я думаю. Все будет нормально. Все будет the best. Давайте вот таких вот поставим. Пиу, 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 пиу. Еще. С лодочками. Че? Он вышел, дисконнектинг. Вот лопух, слушайте, он продул, он понял, что я очень мощный игрок, ребята. И не захотел со мной воевать, ах ты. Слабак. Я ему написал ясно, он такой, ева мое. Не хочу я больше с ним играть, я проиграю. Вот так вот, ребята. <laughs> в принципе, смысл игры вы поняли. Хочу еще одну каточку здесь пройти. Давайте подождем, пока кто-то появится. Здесь даже русские есть. Вот я играл против админа. Написал, что хихи, ха-ха, в одном бою. Я победил, потом говорю, привет. Он такой, привет, я говорю, ясно. <laughs> что тут происходит? Так, ждем, пока кто-то подключится. А пока что давайте мы рассмотрим карту. Карта, в принципе, небольшая, но нам больше-то не надо. Что у нас? Есть водоем, есть разные участки, где мы можем ставить свои армии. Мы можем, конечно, вылететь за карту, посмотреть, что здесь. А здесь, ребята, вода. Вот, да, вот такая вот вода. О, искупались. А тут что? А тут ничего нету. Мы уже за карту вышли. Небольшая карта. Вдалеке какие-то горы. Вдалеке горы непонятные. Надо насадить. Привет. Так. Ждем. Ц, я такой, говорю, привет, а потом такой, ничего не говори, ничего не говорит. Вот так вот. Это, ребята, уже... Это уже крышу меня сносит просто. Давайте я рассмотрим чувачков, которые здесь находятся. Уберем чат. Так. Привет. Привет, капитан! Вы посмотрите, какая у него прикольная серьга. Видите, серьга в ухе. На самом деле уха нету просто. Такое ощущение, как будто у него голова, это граната. Сейчас мы выдернем чеку, и он взорвется здесь на месте. Ой, блин. Да, и футболка у него тоже. Мне кажется, это мольц поела. Может, уже дырки здесь. Он очень долго ее носит. И уже ткань просто разваливается. Так, кто тут у нас? Нет, тут другой капитан совершенно другой. Откуда он спустился? что это у него за трап такой. Но зато у него вышка есть, ребята. Это круточек. У него даже сундук есть. Что в сундуке? Ну признавайся. Замок там такой, как пол сундука размером. Так, давайте посмотрим, что тут еще находится. Пока кто-то приконнектится. Опа! Вышка. А никого на вышке нету. Тут какое-то поселение. Возможно, тут они живут вот палатки Что тут в палатках никого нету. А то прикольно заглядываешь, а тут такие звуки. <связь> ну, вы поняли, короче, в палатке что может быть еще. <связь> бочки, бочки с ромом. Uh, да, а может там нефть. Может это черное золото, нефть. Так, что то у них такое? Угу. Это они тут опускают, поднимают. Короче, кран. Это кран, 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 кран. Ого. Слушайте, а тут два чувака. Один капитан, второй моряк. Опа! Кто-то подключился. Ну давай строй. Я мысал. Чё? Ну. Риски не своим здоровьем. А, я должен строить войск. Я должен строить. Он меня ждет, а я тут плаваю. Думаю, кто должен строить? Он... Я должен строить вос... войска, да? Пиу. Блин, не с той стороны. Ладно. Что? Дисконнект? Какой дисконнект? Ушлепок. Попытаемся сейчас построить войска. Дисконнект. Я им дам дисконнекта. На. Вот, красная команда. Есть красная команда. Рыбы мои. Рыба раз, рыб... Чё? Что, что, что? Я ж поставил. Так, еще рыб ставим. Лодочки. Не по... Почему мы не можем ставить? Вот, а вот это отлично. Один остался. Подождите, мы еще 6 плотов можем поставить. Так, 6 плотов давайте чуть дальше мы их разместим. Плоты, плоты, плоты. Здесь еще один. Этих у нас еще с рыбами осталось, смотрите. Ладно, с рыбами у нас остались плоты. У них что, ограниченная какая-то дистанция? А, то есть их нельзя вблизи ставить. Вот чё! Конечно, мы еще поставим одного. Вот так. Теперь пора ставить луки. Каждому вот получнику. Для арбалет, с чем он там стоит вообще? Надо хоть посмотреть, с чем он там стоит. Так, чуть-чуть отходим. Давайте поставим... Веслами! Нет, нет, нет. Пистолеты, ребята. Чисто огнестрел. Мы будем ориентироваться на огнестрел. Правда, пистолеты бьют с ограниченной дистанции. Но все же мы можем тут поставить... О, можно чувака с веслом, чтобы он рубил. На. На. Еще. И вот этого. Бамс. Еще одного можно? Ни хрена себе, слушайте, сколько их тут... Так, на лодочку. Вот на лодке пусть будет. Капитан, я готов. Кто против меня? Сейчас он выберет стратегию и думает, что это за стратегия, Воблер? Это называется хаос. Теория хаос. Так. И что у нас? И что у нас? Кто у нас? Кто против нас? Кто посмеет победить мою армию? Я капитан Флинт. Вы посмотрите, какой у него пистолет. Он говорит, это моя армия. О, он уже поставил один плот. Он будет одним плотом против меня сражаться. Вот они! Говорит, я капитан Флинт, у меня есть флаг. Давай, капитан Флинт, ты будешь побеждать. Давай, красавчик. Реально он капитан, и посмотрите, у него одна нога, культяха. Он ногу потерял в бою, он глаз потерял в бою. И также я не знаю, что он жрал, но у него вся морда белая. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ого! Что тут у него? Рыбы какие-то? Слушайте, что это у него за тактика такая? Мы ничего не боимся. Чувак, короче, ты веслуешь а, и отвлекаешь, понял? Ты с идешь первый в бой. Кстати, вот это тоже интересный чувачок с веслом. Он просто подплывает вблизи и начинает херячить по врагам. Рыбы, рыбы. Не, рыбы, конечно, место двигателя, но это вообще забавно. Реально забавно. Так, что он тут мудрит? Что он думает? Что у него за стратегия? Ну, непонятно. Платы расставляет. Что у него такое? Что это у него такое? Неясно. Пока что неясно. Моя уже команда устала. Она уже пить хочет. Хочет бухать ром. Ждет, пока не появится. Он вообще, он даже ни одного лучника не расставил. Ничего, он поставил платы. Он что, будет со мной платами воевать? Хоть что-то написал? Ну... Но... Давай! Чем он тупит? Чего он тупит? О! Увидите, надо же было. Надо же было вот это. О, Сейчас еще выйду нечаянно, тут еле. Так, что у него стоит? Команда. Че у него за команда? Ах ты! Они, он будет бросать, он будет бросать. Это как копья, они типа бросают такие. Ясно, ясно, все ясно. Ага. Так, ребята, вы готовы воевать? Сразитесь за воблера и умрите за Воблера. Вы будете сражаться? Вот это палка у него, вот это палка. Палка-моталка. Давай. Сразись. Сразись, капитан. А чувак с луком, смотрите. Кстати, у него стрела. У него одна стрела всего лишь. Пошла жара. Пошли бои. Воу, воу, воу. Вы видели, как он выстоял? Чувак выстоял на плоту. Фу. Душа покинула его. Душа ушла в рай. Так, пошла, пошла жара. Пошел расколбас. Он сзади расставил корабли свои. А что, так можно? Он сзади? Враг подкрался сзади незаметно. Рыбы толкайте. Его команда? Где моя команда? Вот моя команда. ох Вы посмотрите. Спатишка. И чё? Его рыба прижала нашего чувака. Смотрите. Он тоже потом управляет. Давай посмотрим. Что будет тут? -то. А вот у него есть. У него еще один. На! Бейте их. Бейте всех. Ребята, Давай. Чувачок на лодке, которого я оставил. Красавчик с луком. Вы видели, что он творил? Видели? Капитан, ты умер. Он, он, получается лег отдохнуть. Возможно, он просто решил получить этот весенний загар. Также весна сейчас. Ой, ребята, я не могу. Ну, я стратег прямо от бога. Ну, коль он был красным, то есть теперь я красный, что ли, получил. Я был красным, значит, я теперь синий. Точно, точно, точно. Смотрите. О, что это у него такое. Ну давайте я тоже буду расставлять. Что же мне еще остается? ого го Подождите. Я не с той стороны расставляю. По барабану они развернутся. Что-то еще. Так, давайте мы теперь тут поставим. Мы сейчас возьмем его в кольцо. Я, конечно, не пробовал такую стратегию, но шанс, что мы его возьмем сейчас с разных сторон. Ну, как бы нет смысла спереди сзади брать, да? А вот так вот. О, чё, дисконнект! Вот лопухи, ребята, боятся они, боятся. Вы сами понимаете, что боятся. Итак, дорогие друзья, это было у нас ознакомительное видео по этой игре. Хотите продолжения, хотите больше сражений, обязательно ставьте лайки. А также пишите любой комментарий. Все, что вам сберло в голову. С вами был Воблер, оставайтесь на канале. Пока.